Здравствуйте, я Марина Климова. В своей следующей лекции я познакомлю вас с тем, как правильно поступить с переплатой по налогам, которой исполнилось больше 3 лет. Здесь довольно сложная ситуация. Как правильно списать в бухгалтерском учете, как правильно списать в налоговом учете, можно ли поспорить за такую переплату в суде? Обо всем этом вы узнаете на видеоконсультант.